Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, и сегодня у нас PUBG Mobile. Да, в прошлый раз я уже записывал видео о том, что вышло обновление, там добавили режим проверки оружия, стрельбище, так называемое, но до аркады я тогда так и не добрался. Я думал, что добавили дэтмач, но здесь немножко все по-другому. В принципе, вы и так все прекрасно знаете. Я просто потом с телефона зашел, такой херак-херак, смотрю, короче. А там далеко не дэтмач, но все равно очень весело и круто. Ну что, давайте выставляем этот режим и тогда уже с вами по балаболим. Аркада, автоподбор. Слушай, давай, может, вообще, типа, соло-аркада. Давай соло-аркада. Посмотрим, что из этого получится. Ну так вот, о чем я вам рассказывал. Думал, что я смогу порубиться как-нибудь долго, запишу там видос или постримлю, но времени не хватало. Так и не добрался. Но сейчас запишем видосянский. Вот, я, конечно, ничего не тренировался, ничего не делал. У нас снова какой-то подбор очень долгий, потому что сейчас разделили игроков те, кто играют через эмуляторы. Вот как я, к примеру, использую сейчас BlueStack эмулятор, да, ссылка на него будет в описании. Да и вообще, в принципе, на игру, если хотите играть на компе, в мобильную версию, ссылка все найдете в описании, друзья. Ну, наконец-то, блин, случился подбор. Я предполагаю, что когда ты играешь через какой-то эмулятор, подбор происходит дольше, потому что все-таки игроков, которые используют BlueStack, их меньше, чем тех, кто играет с телефона. Если вы с телефона зайдете, я предполагаю, будет все намного быстрее. Ну, что тут у нас? Что тут у нас? У нас тут нормально, нормальненько. Блин, все хотел с телефона порубиться, да не получается. Ну а чтобы видос записать качественный, нужно все-таки эмулятор использовать. И у нас тут не дэтмач, вроде как в дэтмаче тоже, видите, зона ограничена, да? Но, блин, ребятки, тут получается, что просто зона очень быстро ограничивается, у тебя происходит очень быстро катка, все время, грубо говоря, месиво, и это достаточно прикольно. Но тут и пиздюлей очень легко получить. Вот, посмотрите, какой у меня теперь крутой парашют, ну, правда, такой парашют, наверное, крутой у всех. И шо тут? Нам надо как-то успеть залутаться, что ли. Попытаемся залутаться. Ой, как я давно в это все дело не играл. М24, нихера себе. Тут фишкар. А, это типа на снайперских винтовках. Как я понял, фишечка-то у нас заключается в том, что... Опа, X4. Охереть. Тут просто тебя выкидывает на маленькую зону. М24 валяется. Слушай, ну почему вот в нормальную ПБГ такое не добавить? И не просто сезоном каким-то, да? А вот именно... Вот именно что ты захотел, пошел играть. То есть полноценный, постоянный режим... режим в игре. То есть хочешь покатать быструю катку, заходишь и катаешь быструю катку. Иногда зайти на ПК-версию тебя останавливает только то, что ты понимаешь, блин, там полчаса бегать, короче, мучиться там, лутаться, вот вся вот эта вот фишка. А здесь смотри, как все у нас быстро происходит. Сейчас будет быстро происходить, сейчас зона будет уменьшаться. Ну... Да, готов, один готов. Один готов. Но, в принципе, мне больше ничего не надо. Будем жить так. Правда, у меня из-за того, что первый шлем, меня, наверное, ваншотнут сразу же. С какого-нибудь коряка или с М24. Так, что у нас по зоне? Что у нас по зоне? И вот ты реально заходишь в мобильную версию PUBG, и ты, блин, понимаешь, что здесь, сука, разработчики стараются лучше, тут какие-то нормальные режимы, ну, блин, добавляются на постоянку. А у нас там только вот эти ивенты, сезоны, ивенты по выходным, которые заканчиваются, и потом неделя полноценного тупнижа. Ну, тут нереально в него попасть.
Носится, носится. Нет. Еще бы была какая-нибудь СКС. Надо, кстати, отключить автоподбор, надо оставить, ну... Ну это бот какой-то, я не знаю, ну... Реально, бегает как дебил без ничего. Надо отключить автоподбор и вот, допустим, в такой вот катке. Сука. Бля! Сука, как... У него АВМ! Охереть! Сейчас там чувака, походу, кулаками нахер забьют. О! Оружие, дробовик. Третий шлем. А, как он ваншотнул меня? Сука. Тут даже, знаете, оружие с дропа валяется. СКС. Ну давай СКС возьмем. О, блядь! Чё-то шатают меня. Жестко шатают причем. Очень жестко. Так, здесь у нас Мильта, походу. Походу у нас Мильточка. Мильтюшечка. Так, это ты цепляй. Это ты цепляй, оружие. Так. Кто там стреляется? Ну, сейчас у нас... Стрёмно, блин. Так, ладно. Потому что подкрадутся ко мне, я никого не замечу. X4. Осталось найти СКС-ку какую-нибудь. Так. Портфельчик у нас. Бинты. Слушай, мы крутые ребята. Так. Это что, бот или что? Я не понимаю. Ах ты, сука. Блять. Бессмертный. Так. Ну-ка. Поднимемся наверх. На всякий случай. Так, X4. Ну все. Можно играть. Чё по зоне? Мы в зоне. Значит, пошли сюда. Так, здесь нихера нету. Портфель херобора. Так. Сейчас поснайперим. Что тут? Тут ерунда. Опа. Чувачок. Покоцал меня, блин. Откуда ж ты стреляешь? Ах ты, ёптую, крыша.
Опа, сзади уже стреляет. А у меня еще и шлема нету. Ха-ха-ха. То, что шлема нету, это херово. Так. 6 человек убили. 6 осталось в живых. Блять, я просто ваншотну, если мне в голову попадут. Блять, еще и зона, сука. Опасно. Шлем бери. Блять, он на крыше, я его слышу, или где? Здорово. Так. И масхалат. Хорошо. Так, слушай, тут надо перепрыгивать. У нас 8 секунд до зоны. Да что ты будешь делать? Ах ты, ёперный ты театр, а? Сейчас меня убьют. Сейчас. Блять, как зона быстро жрет. Сука, давай лечись быстрее. Нет! Просто пипец, 7 убийств, короче, и это жестко, ребят. Не, режим прикольный и, сука, классно вообще. Классно. Ладно, друзья, лепите лайки, если хотите видеть почаще такие видосы. Вам же пожелаю огромнейшей удачи и всем пока, друзья.